Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем. Да, канал Кинофинт. Видно здесь. Продолжаем наши эпические, просто эпические, другого слова не подберу, прохождение игры Сибирь. Вот, я надеюсь, что сегодня будет финал, потому что у нас как-то так получилось удачно
что 4 крупных локации в игре и 4 стрима. То есть четвертый стрим и четвертая локация. Вот, собственно, давайте, наверное, сразу начинать, потому что я не знаю, сколько все это время займет. Может быть, сегодня короткий будет стрим, кстати. Юль, привет. Так, минуту. Сибирь всегда все тут сложнее немножечко. Вот. Юлю, сориентируй меня, пожалуйста, по звуку, потому что тут немножко у меня настройки звука ушли. И сейчас будут танцы с бубнами. Так. Чуть, мне кажется, игра громче стала, нет? Игра, говорю, громче стала, по-моему. Меня слышно, да. Но что-то, мне кажется, игра прям изрядно громкая. Угу. Я так и подумал, сейчас. Ну, сейчас должно быть нормально. Так. Ну, на самом деле, в игре там не так много звуков, поэтому, может быть, я и пережестил. Вот. Так. А мы, тем не менее... тем не менее, мы уже в Орлабаде. Сюда нас отправил Бородин, директор фабрики в Комсомольске, которому нужно найти певицу, чтобы она выступила у него на его импровизированной площадке прямо внутри завода. Вот, он ради нее весь завод переделал в огромный орган. И тогда он отдаст нам руки робота, которые нужны нам, чтобы приделать их обратно машинисту, потому что машинист у нас робот, и поехать дальше по делам искать Ганса Фаральберга. Вот, в общем-то, вот напоминаю вам, на чем мы остановились в прошлый раз. Сюда мы прилетели на дирижабле, который, в общем-то, одолжили в Комсомольске, и надо лететь. Да, то есть, соответственно, мы достаточно далеко от поезда, далеко от машиниста, от всех этих дел, и мы, в общем-то, вот уже да. Орлабад, как я понимаю, это город где-то, кратко это, в предыдущих сериях. Вот, Орлабад это город, судя по всему, где-то возле Аральского моря. Ну, если вы знаете, что случилось с Аральским морем, я думаю, что вам не надо объяснять, что могло случиться с Орлабадом. Ну, звонок. Алло? Кей, чем вы там занимаетесь? Директор звонит. Мне нужны новости, результаты, в конце концов. Конечно, мистер Марсон. Мы все в этом заинтересованы. Я делаю все, что в моих силах, но пока что новостей нет. Кей, вы, похоже, не понимаете, насколько это срочно. Игрушки по всему свету стоят у меня над душой и капают на мозги. Я не могу так долго вешать им лапшу на уши. Вы ставите нашу фирму в крайне неловкое положение. Мне очень жаль, но мне пришлось сильно изменить первоначальный план. Мисс Уолкер, вы ходите по минному полю. Сколько можно повторять, что это контракт первостепенной важности? Первостепенной! Вы поняли? Я прекрасно понимаю, мистер Марсон. Поверьте, я делаю все, что в моих силах. Но это действительно трудное задание. Обо всех трудностях будете рассказывать, когда вернетесь домой. Когда я в следующий раз позвоню, будьте любезны рассказать мне что-нибудь существенное. Ясно? Да, мистер Марсон. Ну, в общем, вот, директор наорал. Вот, кстати, самое интересное, что... В отличие от остальных персонажей, мне почему-то кажется, что директор почему-то прописан лучше всех. То есть он такой стереотипный такой чувачок, типа результаты мне нужны. Вот. Но при этом достаточно действительно, правда, похоже на то, как это бывает в игре. Да и в жизни, точнее. Как красиво!
Станция железнодорожная. Ну, кстати, обратите внимание, здесь тоже есть заводной механизм для поезда. Ну да, такой типичный. Не тот, который шеф такой. Шеф, а я вас вижу. Аналогично. Ну. Добрый день, сэр. Добрый день, мэм. Добро пожаловать в отель Кронский. Меня зовут Феликс Сметана. Я полагаю, вы не бронировали номер, верно, да? Ну, неважно. У нас есть несколько свободных номеров с видом на море. Так что вот пока что вот, самый лучший вот это. Простите, я вообще-то не собираюсь останавливаться в Аралабаде. О, как? В таком случае, чем могу быть вам полезен? Феликс Сметана, здрасте. Очень жаль, что в гостинице нет постояльцев. Ой, у нас были золотые времена, но это все в прошлом. Вот и все. Это вас не огорчает? А почему это должно меня огорчать? Ха-ха. Когда-то я принимал здесь великих людей, а теперь у меня остались одни воспоминания. Калган озвучивает, по-моему, да? Обычно я путешествую на механическом поезде. Здесь случайно нет станции поблизости? Сюда можно доехать на поезде? А как же, о, разумею, конечно, есть. А разве вот это не ваш воздушный шар, я видел это, разорванный в саду у гостиницы, лежит? А, да, дирижабль. Лежит. Разорванный. Чтобы вернуться в Аралабад. Вот, ну, знаете, это мне не так важно. Сейчас сделаю. Но вам лучше убрать его как можно скорее. Вид газона с подобным украшением у кавычках может не понравиться нашим постояльцам. О, что-то Феликс превратился вообще в черт знает что, пока я переключался. Опасно так делать. Вы не подскажете, не появлялся ли здесь некий Ганс Форальберг? Это в качестве постояльца или как? Да-да, как постоялец. Сожалею, мисс, но реестр постояльцев строго конфиденциален. Ну, пожалуйста, это ведь не государственная тайна в конце-то концов. Ну, а если я вам покажу список, что я получу взамен от вас? Мою искреннюю благодарность. Ничего другого я не ожидал. Как говорят французы, адьё, мадам, шерше ля фам. Всё, до свидания. Какое ощущение, что его дядя Витя озвучивал. Сэр, боюсь, мне нужна ваша помощь. Простите, мисс, но я оказываю услуги только постояльцам гостиницы и за наличные деньги. Дело в том, что, помогая мне, вы одновременно поможете одному из ваших любимых постояльцев. Мисс, меня не так легко обвести вокруг пальца, я вам не дурачок. Даже вокруг такого очаровательного пальчика, как ваш, вы меня не обведете никогда. Я бы хотела поговорить с одним из ваших постояльцев. Знаете что, это крайне нежелательно. Вот так. Ни один из постояльцев не предупреждал, что ждет посетителей. Вы не можете появиться просто так. У нас очень строгие порядки на этот счет. В наши дни, знаете, хорошая гостиница не может себе позволить пускать всяких там, знаете, непрошенных гостей с улицы. Не-не-не-не-не-не-не-не. Пожалуйста, мне просто необходимо с ней поговорить. Это очень важно. Если бы это было настолько важно, вы могли бы предварительно позвонить сюда, вот так. Люди приезжают сюда отдыхать, знаете ли, они ищут уединение. А этого не так легко достичь в наши дни. Не буду вас больше задерживать, мэм. Все, до свидания. Все. Честно говоря, если бы я могла позвонить, я бы позвонила. Но я не могла. Пожалуйста, сэр, не могли бы вы сделать небольшое исключение? Не-не-не-не-не-не-не. Сударыня, в нашем отеле ни для кого не делают исключения. Все, желаю удачи. Все, до свидания. Такой мужичок с этими, как говорится, с принципами. Позвольте мне представиться. Меня зовут Кейт Уокер. Я юрист,
и действую по фирмы в Нью-Йорке. Разговор. Я расследую одно очень деликатное дело о наследстве. Рад познакомиться, мисс, как вы сказали, Колкер? Уолкер, Феликс Сметана, к вашим услугам. Я работаю администратором в этой гостинице. Между нами мне, знаете, часто приходится выполнять роль управляющего. Ну, увы, теперь наша гостиница уже не та, что прежде, уже вовна. Гостиница просто великолепна. Это старомодная роскошь. О, вы еще не видели наших номеров. Вот уже больше 100 лет здесь жили знаменитости со всего света. Хотите номер получить? Нет, большое спасибо. Я не собираюсь здесь останавливаться. Мне назначена встреча. Ага, понимаю. Что ж, в таком случае ничем не могу вам помочь. Да, да, похож на Говор Папанова, да, персонажа его из «Бриллиантовой руки». Что ж, в любом случае, спасибо. Ага. К вашим услугам, мисс. А, это вот, то есть он... Мне можно посоветовать с Михаилом Ивановичем. Привет, Михаил Иванович! Дверь заперта, но мне нужно туда попасть. Так, облутаем все сейчас сначала. Пусти меня, пожалуйста, дяденька. Мне неловко беспокоить вас снова, но мне крайне необходимо увидеть мадам Романскую. Да, о, и думать об этом забудьте. И вообще, все, все двери в гостинице закрыты на замок, все, никого нет, все. Все ушли на фронт, нет, никого нет. Зачем вы мне это говорите? Просто так. На случай, если вы тут ходите вокруг. Вот и все. Времена меняются, мисс. А нам необходимо обеспечить, видите табличка, безопасность наших постояльцев. Незваным гостям равно как и песку и морской соли вход в гостиницу запрещен. Все, у нас 2 стула пропало позавчера. Понятно. Что ж, спасибо за теплый прием. Что ж, в любом случае, спасибо. К вашим услугам, мисс. 2 стула пропало. Шкафчик тогда заглючил. Слишком много палочек нарисовали, да. Было дело. Мне неловко беспокоить вас снова, но мне крайне необходимо уйти. Да, о... Зачем? Просто... Понятно. Что ж... Так, ладно. Я что-то там успел... Блин, комары летают. Я что-то там успел спереть. По-моему, это был... Да, моющее средство. Правильно. Ща, никогда фейри не выливали в фонтан. А вот что бывает. Тут я помню. А, не. Сейчас.
сэр? Так, это снова вы? Послушайте, знаете, вы зашли уже слишком далеко, слишком далеко. Предупреждаю, появитесь еще раз здесь, и я... Да что же это там, черт возьми, творится? Да там такого же еще не хватало, чтобы у меня... У меня и так полно работы, понимаете? Да что ж такое? Так. Феликс Сметана. Сейчас, пока он тут возится, ему есть время его облутать. Ганс Фаральберг. Вот. Елена Романская. Прибытие. 1981. И не уехала до сих пор. Фаральберг был с 81 по 85. 1478 номер. У него пропуск. Я вообще не знаю, кого они что-то написали. Такое ощущение, что как вся каких-то этих разработчиков или в данном случае, возможно, актеров дубляжа. Да, нормально так они, народы. Эдинор – это сеть отелей с многолетними традициями. Самый первый Эдинор был открыт в Париже в 1928 году. Сейчас наши престижные отели можно найти в любой европейской столице. Вам предоставляется уникальная возможность поселиться в историческом центре города, в старинном дворце или роскошном особняке. Все здания полностью отреставрированы, и великолепная старинная архитектура сочетается в них с комфортом современных апартаментов. Отель «Эдинор» идеально расположен для знакомства со столицей. Вы откроете для себя красоту национального архитектурного наследия и насладитесь исключительным комфортом и высочайшим уровнем обслуживания. Великолепный отдых вам гарантирован. Пребывание в отеле «Эдинор» станет для вас неизмеримо большим, нежели просто остановкой в пути. Очарование каждого уголка в сочетании с неповторимой атмосферой былых времен надолго сохранится в вашей памяти. Дополнить впечатление лучшие блюда национальной кухни, которые всегда готовы предложить гостям наши искусные шеф-повара. Сегодня группа «Эдинор» насчитывает 15 отелей уровня от 3 до 5 звезд, расположенных по всей Европе. Вот. Да. Где? Вот. И вот есть, да. Вот тут получается 464-336-43. Это, наверное, ну, Франция, наверное. Да. Так. Наверное, все. Ничего мне больше не надо. Такое совпадение, да. Так, ну интересно, конечно, гостиница получается такая, типа, на воды. Я живу во Франции. Да, це Европа, я же говорил, а ты нет, нет. О. Привет. Добрый день, мисс. Ты бармен в этом отеле? Меня зовут Джеймс, мисс. Джеймс, автоматический слуга. Я не бармен и не имею отношения к отелю. Извини, я не хотела тебя обидеть. Если вы не возражаете, мисс,
Я хотел бы попросить вас в дальнейшем использовать термины более аккуратно. Так. Меня зовут Кейт Уолкер. Рад познакомиться, мисс. Вы приехали сюда не для лечения, не так ли? Нет, я ищу мадам Романскую. Я с удовольствием предложу вам чаю, когда мадам вернется с прогулки. Я не хочу навязываться. Может быть, твоя хозяйка не захочет пить чай в моей компании? Мадам любит жаловаться просто так. Поверьте, она любит гостей. В таком случае, спасибо за приглашение. Я ищу мадам Романскую. Ты не знаешь, где ее найти? С 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут мадам Романская совершает свой ежедневный моцион по набережной. Чай подается ей в номер к 17 часам ровно. Можно ее повидать? Как вам будет угодно. Только не простудитесь на ветру. О, нашли. Проводи меня, пожалуйста, к Елене Романской. Только не сейчас, мисс. Мадам все еще на пирсе. Любуется прибоем. Так. Мадам прекрасно знает, что в это время года я не отважусь поехать на пирс. Сочетание соленых брызг и песка губительно действует на мой механизм. Слышите, как воет ветер? Мы здесь называем его соляным ветром. Рано или поздно он нас всех сведет с ума. Ну, попробуй хоть раз. Нет, я останусь здесь и буду ждать, пока не понадоблюсь мадам. Она иногда так непредсказуема. У нее бывают такие резкие перепады настроения. Проводи меня. Нет. Ты когда-нибудь слышал о мистере Форальберге? Это имя мне знакомо. Правда? Так ты знаешь Ганса Форальберга? Не могу этого сказать, мисс. Мадам запретила мне говорить о нем и даже упоминать его имя. Почему? Ностальгия, грусть, предписание врачей. Называйте как хотите. Этого разговора не было, хорошо? Мадам очень рассердится, если обнаружится, что я знаю об этом. И вы тоже знаете. Не беспокойся, буду молчать, как рыба. Что-то случилось у них там. Ты знаешь, где находится Комсомольск? Я оставила там поезд вместе с машинистом. Представляешь, он автомат, как и ты. Вы даже похожи. Во-первых, я не знаю, что такое Комсомольск. Во-вторых, я никогда не ездил на поезде. В-третьих, существование автомата, столь же сложного и совершенного, как я, представляется мне маловероятным. Мадам всегда говорила, что я уникален. Знаете ли, редкий подарок от ее бывшего почитателя. Но вы действительно похожи. Ты знаешь, я без него скучаю. Почему же здесь нет ни его, ни его поезда? Я не позволю мадам Романской пользоваться общественным транспортом. Это долгая история, но, надеюсь, я его скоро увижу. Подобная привязанность весьма трогательна, мисс. Мистер Шамангер, привет. Я ухожу, Джеймс. До встречи. Буду рад снова увидеть вас, мисс. Ну, в общем, да, продолжаем искать эту Елену Романскую. Не похоже, что эта штука работает. Дверь заперта. Интересно. Бум-б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 ум. Ну что, инструкция где-то есть? В воду я не пойду. Однозначно нет.
запихнул. Тут, кстати, Кейт Уолкер можно разглядеть на одной из немногих мест, где, в общем-то, ее лицо хотя бы видно. А так они очень схематично всегда рисуют. Персонажи в этой игре, кстати, несмотря на то, что вот игра задумана как достаточно красиво графически, персонажи здесь проработаны скорее в области самих персонажей, нежели чем визуального их изображения. Дверь заперта. Ну, прикольно, чё. Какой-то отель на водах. Вот как в фильме «Лекарство от здоровья». Блин, кстати, вообще какой дичайший фильм. Я его смотрел вообще. Видели фильм «Лекарство от здоровья»? Снимал, по-моему, этот... Гор Вербинский. Только слышала. Не, я смотрел прям. Прям смотрел. Так, ну тут какой-то автомат для раздачи. Эта консоль мне пока не нужна. Ну хорошо, не нужна, так не нужна. Привет. Добрый день, мисс. Я ищу мадам. Можно ее? Как вам будет? Я ищу. Как вам? Проводи меня. Только не сейчас, мисс. Так. Мадам прекрасно. Ну попробуй. Нет, я... Я ухожу. Буду рад. Где же найти инструкцию-то? Не похоже, что эта штука работает. Не похоже, что эта штука работает. Водки, бутылка, господи. Так. Не похоже, что... Не похоже, что это... Нужен код. А где его взять? Это конс... Мне не нужен лишний груз. Мне не нужен... Лишние грузы какие-то. Эта консоль мне пока не нужна. Это консоль... Я помню, что вот этот автомат, в нем, собственно, там они смешивают типа коктейли, что ли.
Сейчас посмотрим. Может, в записях Феликса что-то есть. Нифига. Пропуск. А, во! Елена Романская. 12.70. Да? Наверное, оно. Почти. Вот черт, не работает. Так я и думала. Вот черт, не работает. Так я и думала. Блин, а что делать-то? Подождите. Так, это ничего нового не скажет. Или мне сейчас что, все коды, что ли, записать? Привет. Добрый. Проводи меня, пожалуйста. Да. Мадам. Ну, попробуй. Нет. Я буду рад. Надо сейчас все выписывать, видимо. Угу.
Не похоже, что эта штука работает. Так, а сейчас работает? Вроде должно быть слышно. Извиняюсь, дорогие друзья. Это техническая неувязочка маленькая. Не похоже, что эта штука работает. Просто там один номер был, он прям был напротив Ганса Фарарберга. Я подумал, может быть, его попробуем. Но что-то нет. Значит, будем пробовать все подряд. Так. Не похоже, что эта штука работает. Нет. Не похоже, что эта штука работает. Хорошо. Не похоже, что эта штука работает. Тик. Опять же, да, выдернул шнур случайно. Тут же все на удлинителях, тут все на соплях, я бы даже сказал. Не похоже, что эта штука работает. Не похоже, что эта штука работает. Ти-ти-ри-ти-ри-рим. Так. Не похоже, что эта штука работает. Так. Не похоже, что эта штука работает. Угу. Не похоже, что эта штука работает. Так. Не похоже, что эта штука работает. 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 Прям дофига уже. Так. Не похоже, что эта штука работает. Да что ж такое-то? Когда мы доберемся до правильного кода? Давайте еще раз фарарбургский попробую. Не похоже, что эта штука работает. Угу. Не похоже, что эта штука работает. Не похоже, что эта штука работает. Не похоже, что эта штука работает. Вот черт, не работает. Так я и думала.
Короче говоря, ни один из кодов не работает вообще. То есть единственная разная реакция это вот на код романской. А что делать-то дальше? Значит, ран. Ну, ран так ран, а мне вообще к романской надо. Привет. Добрый. Ты когда-нибудь... Это... Но... Не бес... Я... Буду... Оп. Перенажал. Что-то пропустил? Ну, вряд ли я что-то пропустил, прям, конечно. Я ж только пришел при вас. Весело тут, однако. Так, а в номер я могу пройти? Может, там что-то можно подсмотреть? В номера, поехали в номера. Не. О, открылось что-то. О. Оп. Что-то открылось. Отель Кронский, 0968. Тьфу, блин. Да. Ну давай. Аллилуйя. Не похоже, что эта штука работает. Если эта штука вообще работает, в ней явно чего-то не хватает. А что, чат у нас завис? Простите, вы мадам Романская? Елена Романская? Кто вы? Что вам угодно? Прошу прощения, что беспокою вас, мадам. Меня зовут Кейт Уолкер. Я здесь по поручению Фрэнка Малковича. Малкович? О, старый пройдоха. Вы его родственница? Не совсем. Он хороший друг моей мамы. Он сказал, что вы живете здесь, в Аралабаде. Я юрист из Америки. Чему обязана вашим визитом? Вы проделали такой путь, у вас, наверное, важное дело ко мне. Да, вы правы.
У меня к вам одно очень деликатное и очень срочное дело. Я только что из... Позже, моя дорогая, позже. У меня немного болит голова. Эти респираторы так сдавливают голову. Не могли бы вы сходить за моим лакеем? За лакеем? А, конечно. Так вы снова здесь, это самое? Да как... Как вас ноги сюда ваши принесли? Убирайтесь отсюда немедленно, чтобы глаза мочевы. Мои не видели вас. Иди отсюда. Простите, но мне просто необходимо. Госпожа Романская, да, мне очень жаль. Вот эта подлюка ухитрилась проникнуть к вам. Я не виноват. Я был крайне бдительный, но, уверяю вас, госпожа Романская, этого больше не повторится. Мы сейчас же выставим ее отсюда. Надеюсь, она вас не слишком побеспокоила, не? О, Феликс, прекрати рычать на девочку. Она моя гостья. Так это ваша гостья? Но это невозможно. 3 часа назад эта нахалка даже не была с вами знакома. Хватит, Феликс. Еще немного, и я рассержусь. Да, госпожа Романская, я вас умоляю. Эта маньячка уже была здесь и пыталась разрушить фонтан. Если бы не... Подлюка, да. Я сказала, хватит. Будь любезен обращаться с мисс Уолкер со всем подобающим уважением. Не трогай ее и прекрати кричать. Я ясно выразилась, господин Сметана. Да, совершенно ясно, госпожа Романская. Примите, пожалуйста, мои извинения. Вот так-то, Феликс. Можешь идти. Ну, Калган, как всегда, конечно, вот прям его озвучка, это прям класс. Он молодец. Он прям разные такие... умеет вот и в акцент какой-то в разный, в какой-то такой, и голосом немножко поиграть. Ну, немножко. Он, правда, узнаваемый, конечно, но вполне разный при этом. Акцент одесский. Не одесский, а одесский. Вот говорит, одесский. Одесский акцент. Мне не нужен лишний груз. Да, конечно, блин, как таскать за пазухи, блин, какие-то стаканы, так это пофигу. Джеймс, чего ты ждешь? Только не надо говорить, что ты и в этот раз звонка не слышал. Звонок был, но... Да, немного. Ну и что теперь? Мадам не понимает. Она утверждает, что автомат... А если я дам тебе свой респиратор, это поможет? Несомненно. Про Одессу песня? Ну окей, ладно. Вам на Украине виднее. Я говорю, я не знаю вот этих нюансов. Все. О, кто-то звонит. О, телефон. Привет, котенок. Ну как, ты встретилась с этой Романской? Мамка звонит. Она помнит Фрэнка. Привет, мам. Я ее видела. Она и правда живет в Орлабаде. Поблагодари Фрэнка за меня, ладно? Я ему все передам, солнышко. А как тебе этот Орлабад? Может, нам с Фрэнком туда смотаться как-нибудь? Это морской курорт, мам. Точнее, это когда-то был курорт. Он тебя разочарует. Может быть. Так когда же ты возвращаешься? Закончились, наконец, твои дела? Еще не совсем, мам. Я ищу наследника, чтобы оформить эту дурацкую сделку, и пока не нашла.
А романская мне по другому вопросу была нужна. Слушай, зайка, по-моему, ты чересчур увлекаешься. Почему бы тебе просто не вернуться и не сказать боссу, что никакого наследника нет, а ты сделала все, что смогла? Хочешь, я сама ему позвоню? Мам, ну, пожалуйста, не вмешивайся. Мне платят за то, чтобы я нашла Ганса Фуральберга. К тому же это мне самой нужно. Нет, все-таки иногда ты такая же упрямица, как твой отец. Только не жалуйся потом, что мама тебя не предупреждала. Не буду, не беспокойся. Одесса, жемчужину море. Ну, что-то такое, да, была такая песня. Но Елена Романская, собственной персоной. Для меня большая честь познакомиться с вами, мадам Романская. Мне так много рассказывали о вас. Так обо мне все еще говорят? Боже мой! Конечно, все помнят, как вы блистали. Говорят, вы были величайшей певицей столетия. Не спорю, девочка моя. Но вы-то ведь приехали не для того, чтобы выворошить прошлое, верно? Знаете, я юрист, и, если честно, плохо разбираюсь в классической музыке. Но после разговоров с мистером Бородиным и мистером Малковичем мне ужасно хочется услышать, как вы поете. Вы опоздали, девочка моя. Опоздали на 10 лет. А как поживает Франк? Расскажите мне. Я до сих пор сержусь на него за то, что он уехал. Вы не обижайтесь, но я никогда не думала, что эти ковбои что-то смыслят в настоящей музыке. Не думаю, что он еще поет. Так, на праздниках, на благотворительных концертах. Но он просил передать, что до сих пор обожает вас. Обожает? Ха! Ты слышал, Джеймс? У меня еще есть поклонники, хоть и за океаном. Я никогда не утверждал, что их нет, мадам. А что тот, вот второй господин? Как его? Бородин? Я его знаю. Да, вы однажды пели у него на фабрике. Если верить ему, это было потрясающее выступление. Если бы вы знали, как он в вас влюблен. Так что поклонники у вас остались и тут, в России. Должна признаться, мне было бы любопытно с ним встретиться. Но мой голос... Нет, я не могу. А, она типа имеется в виду, что типа у нее голос уже не тот. Я сейчас веду одно расследование. И в связи с ним встретилась с одним человеком. Его зовут Сергей Бородин. Это директор промышленного комплекса в Комсомольске. Да, я припоминаю фабрику в Комсомольске. Унылый город. Все там были какие-то... Мадам Романская, Бородин ваш горячий поклонник. Если бы вы согласились съездить туда и дать концерт на его фабрике, вы бы осчастливили его на всю жизнь. Концерт? Девочка моя, я не пою уже много лет. Время берет свое. Мой голос уже совсем не тот, что прежде. Вы преувеличиваете. Я уверена, что у вас до сих пор прекрасный голос. Вы очень милая девушка, дорогая моя. Да, я еще не старуха. Но я смотрю правде в глаза всякий раз, когда встаю перед зеркалом. Уверяю вас, к моему пению давно пришел конец. Так, надо как-то ее заставить. Мадам Романская, поверьте, я никогда бы не решилась вас побеспокоить, если бы мне не нужна была ваша помощь. Я все понимаю, дорогая, но здоровье мое совсем не то, не говоря уже о голосе. Поверьте, мне досадно не меньше, чем вам. Странно, у меня такое впечатление, что Ганс Фуральберг появлялся и здесь. Вы знаете Ганса Фуральберга? Не совсем. Я ищу его в связи с наследством. Но мне пришлось немного покопаться в его прошлом. И теперь он для меня все равно, что близкий друг. А вы его знали? О, да. Я знала Ганса Фуральберга. Ты слышал, Джеймс? Ах, если бы ты хоть раз видел Ганса. Моего Ганса, боже мой.
Так что с ним? Где он? Из всех возможных вопросов, мадам, этот не является самым простым. Мне очень жаль, но я не знаю. Это как раз моя задача — отыскать его. И именно поэтому мне нужно как можно быстрее вернуть поезд и уехать из Комсомольска. А без поезда вам его не найти? Поезд — это его последнее изобретение, как и Оскар-машинист. Мне почему-то кажется, что они приведут меня к нему. Джеймс, ты слышал? Я могу снова увидеть Ганса. Я так долго мечтала увидеть своего любимого. Ах, если бы я только снова смогла петь. Если бы я оказалась в Париже, я бы пошла к Жоржу и заказала его чудесный коктейль. Верно, Джеймс? Да, мадам, вы часто говорили о нем. Если бы не этот коктейль, ваше французское турне было бы сорвано. Не понимаю. О, это удивительная история, дорогая. Как-то раз я выступала в Париже в декабре. Было ужасно холодно. Вот это важный момент. Я простудилась. И как раз в тот день, когда мне нужно было петь арию Татьяны, я потеряла голос. Не знаю, как Жорж узнал об этом. Он служил в баре в отеле «Мариц». Так вот, Жорж приготовил для меня коктейль по своему рецепту. Странная была смесь, но она вернула мне голос. Потрясающе. Как раз то, что нам нужно. Давайте приготовим его. Ах, деточка, это невозможно. Жорж не сказал мне рецепт. Это его фирменный секрет. Он сказал, что это делает его незаменимым. Значит, придется поговорить с Жоржем. Держу пари, передо мной он не устоит. Сейчас позвоним. Ну, пожалуйста, я вас... Поезд? Да, я ехала на прекрасном локомотиве с механическим машинистом. Он очень похож на вас. Джеймс, ты слышишь? Автомат! Позвольте мне выразить свое удивление, мадам. Тем не менее, тот факт, что я остаюсь у вас в услужении, сам по себе демонстрирует мою уникальность. Оскар не лакей. У него очень независимый характер. И... Прямо как у тебя, Джеймс. Мадам, не удивит мой настоятельный совет не предпринимать подобного путешествия. Джеймс, решение тут принимает один из нас. Ему пришлось остаться в Комсомольске вместе с поездом. Директор отвинтил у него руки, чтобы приделать их к своему пианисту. Этот пианист должен аккомпанировать вам, привет, когда вы привет. Будете петь. Как интересно. Еще один автомат, и он может играть. Играть для меня? Господи! Если бы только я не потеряла голос. Вы, наверное, прожили потрясающе. Больше, чем вы могли бы вообразить. Я пела чудесные арии в лучших театрах мира. Меня приветствовали короли. За мной ухаживали принцы. Зрелые мужчины рыдали, как дети, при звуках моего голоса. Голосом я могла разбить хрустальный бокал или тысячу сердец с равной легкостью. И это неудивительно. А потом болезнь отняла у меня мой дар. Голос пропадал, у меня начались мигрени, здоровье уходило от меня. Меня отправили сюда, на курорт. Я собиралась отдохнуть только месяц, но месяц превратился в год, год в 10. Но вы выглядите совсем здоровы. Спасибо, моя дорогая. Угу. Я все-таки дам вам немного отдохнуть. Мне было приятно встретиться с вами, детка. Вы очаровательная юная леди. Так, звоним. Так, запишем номер 464. Вот он, Мариц, да? Отель как раз 464-336-43.
Так и запишем. Алло, отель Мариц? Администратор слушает. Добрый день. Я бы хотела поговорить с мистером Жоржем, с барменом. Одну минутку, я переключу вас на бар. Алло, бармен у телефона. Здравствуйте, я бы хотела поговорить с Жоржем. Жорж? Вы имеете в виду мсье Жоржа? Да. Возможно. Он работал в Марице барменом в 50-е годы. Мне жаль вас разочаровывать, но мсье Жорж уже давно у нас не работает. А чем ваш звонок? Раскладушка. Мне говорили, что у мсье Жоржа есть уникальный рецепт какого-то потрясающего коктейля. Понимаете, мне позарез нужно его узнать. Это вопрос жизни и смерти. Мадам, я бы с удовольствием вам помог, но, понимаете... Старина Жорж знал уйму коктейлей. Для бармена это вопрос чести. Когда он уходил, он записал все рецепты. Вы не знаете, как называется тот, что вам нужен? Честно говоря, нет. А их там много, да? Да. Париж-Пекин, Зеленая тайна, Бока-Пока, Прекрасная Елена, Красный Мамба. Елена, мне нужен коктейль Прекрасная Елена. Минутку, я сейчас посмотрю. Прекрасная Елена. Так, одна мерка водки, одна мерка голубого кюрасао, одна мерка меда, немного лимонного сока и лед. Все смешайте и вперед. Отлично. Огромное спасибо, сэр. Вы мне очень помогли. Записал. Вот, кстати, сейчас вот с развитием смартфонов я вот понимаю, что на самом деле... Вот несмотря, ну вроде так вот по накатанной, наверное, так все-таки происходила эта вся история. Помню, у меня был тоже телефон. Блин, какой у меня был? Siemens A52, что ли, у меня был. И, ну там ничего не было. Там просто было вот звонить и смс-ки писать. Все, ничего не было больше, возможности ничего не было. Вот, а потом потихоньку у меня появился другой. Там что-то на нем уже какие-то аська появилась. Вроде ничего, попробовала бы, да? Давай посмотрим, что у нас тут есть. Думаешь, прикольный коктейль, да? Мы сейчас узнаем, насколько он вообще прикольный. О, мужики играют в шахматы. Сейчас только мед, что-то засахарился. О. Так лучше. Так. Па-п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 а
Красав для цвета норм, да? Но тут все как-то в этом, в каких-то... каких-то общих таких. Так. Ага, вот. Ох. Кюрасао, это получается скрипичный ключ. Да, и... Блин, что-то вообще какая-то заморочь. Угу.
на 3 вверх от скрипичного ключа. Не понять ни хрена вообще. Жесть какая-то. А мёд-то куда? А, во. Так. Значит, одна водка, да? А водка как? Опять не посмотрел, дурак. А вот. На. Так, басовый ключ. И 4 вниз. 3 вниз. Мед. Лимон. И лед. Все. Похож? Боже, какая гадость! В каком болоте вы взяли эту водицу? Вы что, отравить меня хотите? Это прекрасная Елена. Глупости. У прекрасной Елены совсем... Понятно. Подождите, а что не так-то? Так, здесь всего 5. Нет, не 5. 7 нот, да? 7 нот. Я не очень разбираюсь просто в нотной грамоте. Ну, допустим, до, ре, ми, фа, до, ре, би. То есть мне надо третий, да? И басовый. Получается до, ре, ми. Блин, что-то такое, да? До, ре. То есть вторую на басовом и на скрипичном третью. Так что ли? Ну давайте попробуем. Так. Так.
похоже. Во. Мой голос. Очи черные. Господи, какой кошмар. Это ужасно. Я не верю своим ушам. Прекрасная Елена здесь бессильна. Голос старухи она изменить не может. Но у вас прекрасный голос. Не судите себя так строго. Вам просто нужно немного распеться. Распеться. Вы ведь и не перестали. Нет. Вы добрая девушка, я вам благодарна, но я не могу выйти на сцену с таким голосом. Это будет полный провал, меня засмеют. Вам просто нужно немного уверенности, правда, Джеймс? Должен признать, мадам, что ваш голос полностью восстановился. Джеймс, ты подлый лицемер. Не поддакивай. Ну, сейчас. Еще раз пусть поет. Мой голос. С ночью вирвос, я в недобрый час. Господи, да что же это? Мой голос и впрямь вернулся. Джеймс, ты слышал? Мой голос. Интересно, такое вообще можно сделать? Ваш голос прекрасен, как прежде, мадам. Но не забудьте, вы уже не девочка. Время взяло свое. Ты, между прочим, тоже уже не новенький, Джеймс. Надеюсь, ты найдешь чем заняться, пока меня не будет. Оставить вас, мадам. Не может быть и речи. Не говори глупостей. Что тебе там делать? Твое место здесь. Будешь готовиться к моему приезду. Мадам, я не буду настаивать. Приключения не предусмотрены моей программой. Возможно, вы правы, мадам, как всегда. Я правильно поняла, что вы поедете со мной в Комсомольск? Конечно, дорогая. Мы едем на гастроли. Отдать якоря. Я бы такой, я, кстати, надо ролики хотя бы такие посмотреть на Ютубе. Кто-нибудь может вообще? Отведи меня в номер. Мне нужно подготовиться. Живее. Чего ты ждешь? Меня ждут поклонники. Вы уверены, что вы в этом уверены, мадам? Заткнись, железяка, и делай, что велено. Все, поехали. Ну, кто-то звонит опять по супермобильнику. Алло. Привет, это Оливия. Привет, как дела? Как вечеринка прошла? Ну как, напились там все. Подружка звонит. Это что, все? В чем дело? Ты что, язык проглотила? Слушай, ты лучше о себе расскажи. Как движутся дела? Нашла свою романскую? Тебе не кажется, что путешествие подзатянулось? Знаешь, у меня не было времени, чтобы скучать, хотя... Оливия, да что с тобой? Ты даже на вопросы не отвечаешь, прямо сама не своя. Слушай, я тебе рассказывала, что купила эту синюю кофточку?
Оливия, ты что-то не договариваешь. Говори прямо, не пугай меня. О, Кейт, прости меня, я такая свинья. Я больше ни спать, ни есть не могу. Я умру сейчас. Оливия, что случилось? Это все Дэн. Что Дэн? С ним что-то стряслось? Я? Мы... Ты меня теперь никогда не простишь и будешь права. На твоем месте я бы тоже. Что? Ну, после вечеринки Дэн отвез меня домой. Мы были оба... Ну, не стоило столько пить. Он и зашел-то на минутку, хотел перехватить еще рюмочку и... О, Кейт, ты меня не простишь. Ясно, я поняла. Это все я виновата. Чпокнулись. Я тебе не говорила, но я давно схожу по нему с ума. А ты ведь моя подруга, вы помолвлены. А потом ты уехала, и мы так подружились, что я совсем потеряла голову. Кейт, я просто умереть готова. Ладно, не бери в голову. Ты с Дэном... Это все сейчас так нереально и так неважно. Прости, Оливия, мне пора. Нужно обработать эту порцию данных. Кейт, ты что, автомат? Кейт, ну пожалуйста. Я кладу трубку. Извини, мне нужно побыть одной. Там, я говорил, там целая драма разворачивается на фоне. Так прикольно, кстати. То есть персонажей нету, ну, как бы, в игре, но это вообще жесть. Бородин нас обманул. Он решил, что Елену он решил оставить себе, короче говоря, да. Кейт, помогите. Что тут происходит? Что нужно от меня этому безумцу? Спокойствие. Я что-нибудь придумаю и вытащу вас отсюда.
Прошу вас, девочка моя, поторопитесь, пока он не сделал чего-нибудь ужасного. Мадам Романская, держитесь, я вас не подведу. Ох, моя дорогая, наконец-то! Я уже потеряла надежду. Быстрее не получилось. А теперь бегите, пока этот маньяк ничего не заметил. Мне еще надо вернуть руки Оскару. Слышно? Это у меня салют так бахает. Бегите, да, они. С вами все в порядке, мадам? У него бедному сердцу пришлось изрядно потрудиться. Но, думаю, оно выйдет. Салют бахает, да. Тогда давайте двигаться дальше. Сегодня день города. У нас, между прочим, юбилей, 650 лет. Убийца. Елена, хватайте руки и скорее в поезд. Скажите Оскару, пусть приготовится ехать. Я выберусь из этой гнусной фабрики. Никто отсюда не выберется! Это мы еще посмотрим. Ну что ж, Кейтло, я предупреждал. С праздником, а я тут при чем? Не, спасибо, конечно. Я просто не считаю, что это прям какой-то праздник. Я не люблю вот эти все городские праздники, как День Победы, День там Новый год, еще какая-нибудь хрень. Почему-то у меня прям какая-то апатия по поводу всего этого всегда. Житель, да, множитель. Думала застать меня врасплох, безмозглая девчонка. Где тебе тягаться со всемогущим директором Комсомольска? Уж убирайся, по-добру, по-здорову, и забудь, что меня видела. Забудь про фабрику, Елену и про руки. Thank you.
Там же был какой-то воздуховод, по-моему. Вот он. Хорош тряхаться, в поезде вытряхнешься. Поехали. Тут небольшая проблема. Какая проблема-то? Где, чё, кто, где, что? Блин, чё-то салют длинный какой-то, прям вообще жесть. Где Оскар-то? Оскар, вот и я. Поехали отсюда скорее. Рад вас снова видеть, Кейт Уолкер. Будьте любезны пройти в вагон, где находится мисс Елена. Совершенно очаровательная дама. Она помогла мне привести руки на место. Но должен вас предупредить, что дополнительные пассажиры у нас не предусмотрены. Надеюсь, вы не потеряли билет до Аралабада. Оскар! Вас понял, Кейт Уолкер. Поезд отправляется немедленно. Сто лет не видел салют. Да ничего, они такие, они не поменялись. Салюты, это абсолютно такие же. Это все фигня из-под коня, если честно. О, поехали. Хахаль звонит. Теперь все в порядке, спасибо. Вот пару часов назад мне пришлось вырывать одну пожилую горную диву из лап чокнутого маньяка и убегать из заброшенной шахты. Господи, вспомнишь, вздрогнешь. Можешь мной гордиться. Кейт, я ничего не понял. Я тебя не узнаю. А, неважно. Как у тебя дела? Да все в порядке. Сходил в ресторан с Гольдбергами, выиграл наконец-то у Боба в сквош, домработница кокнула вазу в прихожей. А так... Ничего нового. Ясно. Так все в порядке? Да, да. Все в порядке. Не скучаешь без меня? Да, конечно, скучаю. Я говорила с Оливией, она немного расстроена. Тебе нечего мне сказать? Не знаю, что на меня нашло. Прости, все произошло так быстро. Я просто не мог с собой совладать, понимаешь? Не знаю, сможешь ли ты меня простить? Я вел себя как последний ублюдок. Не знаю, Дэн. Может быть, я сама во всем виновата. Может, это я тебя оттолкнула к Оливии в постель. Я понимаю, эта поездка нас разлучила. Да и я уже не совсем та Кейт, которую ты знал. Знаешь, самое смешное, что я ни о чем не жалею. Что с нами сталось, Кейт? Может быть, мы просто поняли, что не любим друг друга? Мы могли бы поговорить, когда ты приедешь, если ты только хочешь. Не знаю, Дэн. Поживем, увидим. Так. Уедем или где вообще, типа, я что-то не пойму.
А-а-а! Выскочила. Оскар, почему мы встали? Между ногами статуи опустилась массивная решетка. Пути перегорожены. Не может быть. Этот псих что же? Бесполезно, заперто. Ну еще бы. Но да, ящик был закрыт, кстати. Я вот честно, медсалют, они меня уже скорее расстраивают тем, что после этого, короче, какую-нибудь ленту Инстаграма открываешь, и все снимали этот салют, все. И у каждый, наверное, думает, что он просто охрененно снял салют. А салют-то такой паршивенький. Оскар, сваливаем отсюда живо! Все, поехали. Поехали! Так, это интересно, они телепортнулись через взрыв. Так, вернулись мы. Да, восьмого, да, так всегда бывает. А я уже не знаю, что смотреть, блин. Инстаграм, я ВКонтакте перестал листать. Инстаграм перестал, тоже пытаюсь отучиться и его листать. Вот. Телеграм еще есть, вот телеграм смотрю. Ты в порядке, Оскар, цел? Чувство юмора не заложено в мою программу, Кейт Уолкер. Вам бы следовало об этом догадаться. Оскар, хватит, перестань дуться. Мы вышли из этой переделки целыми невредимыми и даже, можно сказать, с блеском вышли из положения. Вы правы. Сказать так можно. Эй, а что это ты делаешь на платформе? Не похоже на тебя. Я собирался слегка проветриться и очистить свои суставы от накопившейся пыли и паутины. Но этот ветер с моря просто ужасен.
Думаю, лучше вернуться в наш теплый и уютный поезд. Ну да, и оставаться там пожизненно. Оскар, мы можем ехать дальше? Можем, Кейт Уолкер. Только сначала нужно завести пружины поезда. Разумеется. И как это я забыла? Сию минуту, сэр. Оскар, ветер утих. Может быть, ты пойдешь со мной? Кейт Уолкер, такой чувствительный механизм, как мой, обладает повышенной реакцией на низкие температуры. Я, кстати, вот не могу понять, сколько времени она провела в этом путешествии, потому что вот снег пошел. Что-то я сейчас понял, что снега-то не было. Знаешь, Оскар, иногда я думаю, что мы никогда не найдем Ганса Фуральберга. Вы проявили уверенность и настойчивость, Кейт Уолкер. Пожалуйста, не отчаивайтесь сейчас. Возможно, вы ближе к цели, чем подозреваете. Да, может быть. Надеюсь, взрыв не повредил поезд. Не беспокойтесь, Кейт Уолкер. Я проверил все механизмы. Поезд уцелел. Оскар, ты, похоже, обо всем успеваешь подумать. Я никогда не думаю о водном спорте, Кейт Уолкер. С тех пор, как я здесь была в последний раз, погода изменилась. Ветер спал и пошел снег. К сожалению, я не сопровождал вас во время вашего первого визита в Аралабад, Кейт Уолкер. Вы бросили меня на произвол судьбы на той ужасной фабрике. Оскар, знаешь что? Ты меняешься. Ты, может, сам не замечаешь, но ты изменился. Перемены не заложены в мою программу, Кейт Уолкер. Так. Все? До встречи, Оскар. Я буду ждать вас, Кейт Уолкер. Ну что, поехали? Как будто бы. Привет, Оскар. Здравствуй. Оскар, по-моему, все готово. Можем ехать. Вы удобно уселись? В таком случае мы можем запустить механизм и отправляться в путь. Вскоре я прокомпостирую ваш билет. Оскар. Ты можешь дать мне хоть немного отдохнуть? Мисс Уолкер! Мисс Уолкер, подождите! Не уезжайте! Мисс Уолкер! Но. Мистер Феликс, что случилось? Что-то с мадам Романской? Не-не-не-не-не-не! Наша звезда цветет, благоухает, пахнет, как роза. Для вас пришла посылка на наш адрес. Посылка? Я ей говорю себе, говорю, Феликс, поймай ее, пока она не уехала. Посылка? Для меня? Это невозможно. Не-не-не-не-не, на ней написано. Для мисс Уолкер, вот, черным по белому, все. Что же письмо для меня, это невозможно. Так она только что пришла. Ясно. А кто ее доставил? А кто? А я не знаю. Я отлучился на несколько минут. Понимаете, шел решающий матч. Прихожу, она на стойке лежит. Вы уж заберите ее, хорошо, а? Ладно? Хорошо. Ну
Ну пойдем заберем посылку-то. Она вас дожидается уже 70 лет, 2 месяца и 10 дней, по-моему. Так. А вот. Мамонт. Алло. Кейт, где вас черти носят? Мистер Марсон, ну пожалуйста, поймите. Что я должен понять? Я и так все понимаю. Во-первых, наш клиент готов разорвать соглашение, если все не будет улажено в ближайшие 24 часа. Во-вторых, это влетит нам в копеечку. В-третьих, я сильно ошибся, когда доверил вам это дело. Вот что я понимаю. Да, я знаю, что это все так и выглядит, но... Никаких «но», мисс Уолкер. Вы уже столько времени не можете найти какого-то несчастного старикашку. Знаете, он вовсе не старикашка, он великий изобретатель. Хватит болтовни. Мне не нужны ваши оправдания. Мне нужны... Я все поняла, мистер Марсон. Я постараюсь вас не подвести. Алло, добрый день, отель Кронский. Феликс Сметана у телефона. Да-да, мадам. Да. Она сейчас здесь, передо мной, мадам, как живая. Да, сию минуту. Шо вы? Шо вы не стоит, мадам, шо вы? Мисс Уолкер, мадам Романская ждет вас в баре и просит поторопиться. Спасибо, иду. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, сейчас. Мадам Романская, вы хотели меня видеть? Наконец-то, дорогая моя, я хотела с вами поговорить. Прежде чем вы уедете. Понимаете, я бы не хотела, чтобы у вас сложилось превратное впечатление. Несмотря на неудачу в Комсомольске, я вам искренне благодарна. Вы помогли мне на время забыть об этом мерзком курорте и о пляже, где я валяюсь весь день, изнывая от скуки. Я рада, что вы не сердитесь. Время летит так быстро. Сначала ты на вершине славы, и тебе кажется, что это навсегда. А потом все рушится, и тебя забывают. Мадам, не стоит быть такой пессимисткой. Это вам не к лицу. И если рядом нет никого, кто мог бы помочь, для тебя наступает долгая и холодная зима. Может, вам просто стоит отдохнуть? Нам пришлось нелегко, столько всего. Вы, наверное, просто устали? Когда я вернулась, Ганс научил меня радоваться жизни. Он ведь тоже болел. Вы бы слышали, как он кашлял. Он ведь провел столько времени на фабриках, надышался там дымом. Потом ему стало лучше, и он уехал. А я осталась здесь, вместе со своими воспоминаниями. Ганс фон Альсберг? Ганс был такой жизнерадостный, такой беззаботный. Конечно, он был слегка не в себе, как говорится. Это был ребенок. Ребенок, который делает прекрасные игрушки. Наверное, я влюбилась в него. А теперь он бог знает где. Слышали? Прибыл самолет с продуктами для гостиницы. Может быть, вы сходите посмотреть? Зачем? Я стара, я устала. Мне было приятно увидеть вас, Кейт Уолкер.
но... До свидания, Джеймс. Присматривай за мадам Романской. Для этого я и предназначен, мисс. Да сопутствует вам удача. Снег — это добрый знак. Правда? Когда идет снег, ветер утихает. К тому же снег скрывает соль и песок. Воздух становится чище. Идеальные условия для прогулки. Отлично. Спасибо, Джеймс. Пойдемте посмотрим самолет теперь. Второй раз это делать не нужно. А, ну правильно. Воздух же очищен. Аспиратор не нужен. О, смотрите, кто сидит. Добрый день, сэр. Мистер Форальберг? Ганс Форальберг? А, вы привели сюда поезд. Это хорошо. Мистер Форальберг, вы себе не представляете, как я рада вас видеть. Меня зовут Кейт. Где Анна? Ваша сестра скончалась, мистер Форальберг. Мне жаль, очень жаль. А, понятно. Иначе это она бы приехала, так? Она, а не вы. Полагаю, вы правы, мистер Форальберг. Меня зовут Кейт Уолкер. Я... Кейт Уолкер, понятно. Я уезжаю на поезде. Уезжаю далеко. А куда вы едете? Туда. Искать Сибирию. Сибирия. Мистер Форальберг, мне поручили оформить продажу вашей фабрики во Володелине. Понимаете, это моя работа. Анна говорила. Автоматы. Их больше не будет, так? Мистер Форальберг, фабрика принадлежит вам. И для оформления сделки мне нужна ваша подпись. Понятно. Тогда я уезжаю на поезде. Вот договор о продаже. Вы можете его посмотреть? Ваша сестра была согласна со всеми условиями. Нам нужна только ваша подпись. Подписал. Как? Вы подписываете, не читая? Я не умею читать. Не знаю, как это делается, Кейт Уолкер. Ну, если так, тогда давайте я вам его прочитаю. Нет, все в порядке, не надо. Мне нужно уехать на поезде, Кейт Уолкер. Как пожелаете, мистер Форальберг. Желаю вам счастливого пути. Ну. Алло. Слушайте, Кейт. Я высылаю вам подкрепление. Не нужно, мистер Марсон. Что значит не нужно? Ганс Форальберг только что подписал бумагу. Все в порядке. Вы что, хотите сказать? Ну да, исключительные права на производство и технологии Форальбергов теперь принадлежат игрушкам по всему свету. Да это же прекрасно, Кейт. Отлично, вы просто молодец. Я знал, что на вас можно положиться. Поздравляю! Спасибо, сэр. А теперь немедленно возвращайтесь. Я хочу, чтобы завтра же этот договор лежал на моем столе. Секретарша сейчас будет договариваться о встрече с игрушками. Вам же наверняка захочется вручить им контракт самой. Да, пока не забыл. На дело со Сванским аэропортом пока никто не назначен. Это будет громкий процесс. Великолепная возможность сделать карьеру. Если хотите, оно ваше. Считайте это моим способом сказать спасибо, Кейт Уолкер. Спасибо, вы так добры. Кейт, вы можете стать отличным юристом. Ну, до завтра. Еще раз поздравляю. И не потеряйте бумаги по дороге, хорошо? Вот это был бы номер. Да уж, сэр. Кейт Уолкер. Да, мистер Форальберг. Вы поедете со мной на поезде, Кейт Уолкер? Нет, нет, спасибо, мистер Форальберг. Но для меня это приключение закончено. Плохо. Глупо. Вы не любите приключений, да? Ну,
не совсем. Я хочу сказать, может быть, на этот вопрос не так-то просто ответить. Да. Мне нужно возвращаться в Нью-Йорк. Меня там ждут, понимаете? Понимаю. Самолет. Он тоже полетит в Нью-Йорк. Правда? Может быть. Я лучше попробую это уточнить. Так будет разумнее. Наверное. Такой самолет. До встречи, Кейт Уолкер. Да. До встречи, мистер Форальберг. Ну вот и все, собственно. Это конец игры Сибирь. Ну, она его нашла. Правда, немножко не так, как это, видимо, она сама думала. Тут как-то внезапно он нашелся. Ганс Форальберг. Такой же старенький, конечно. С учетом того, что все его помнят каким-то, ну, молодым пацаном. Вот, а он вот такой вот старенький, крепенький дедок, который читать не умеет и прочее. Кстати, вот мне все равно игра нравится, вот даже чисто по визуальному стилю, все равно красивая. Не знаю, когда мы вернемся к Сибири, потому что есть вторая часть, фиг знает, что там и когда. Ну вот, Александр Быков, Александр Котов, Колган, Назаров, Литвинов, Машарова, Подъемпольская, Литвинова, Нина Лунева, Юрий Науменко и другие. Трогательная игра. Да, она такая вот про человека с мечтой. Ну вот он. Кто-то там играет в какие-то игры. Безымянный герой поперся играть в какую-то игру. Надо перепройти, давно в нее не играл. Ну вот я тоже давно не играл. Ну то есть это вот все это... Арты. Вот, кстати, интересно, а есть какие-то арт-альбомы по Сибири? Можно, в принципе, распечатку какую-нибудь заказать, даже так вот повесить, там что-нибудь красивое. При участии Международного центра по кинематографии Министерства экономики, финансов и промышленности. Сибирь. Сибирия. Микроиц, Канада. Бенуа Сокаль. Этот художник из Бельгии. Бельгийский, по-моему. Вот. Такие дела, дорогие друзья. В общем-то, на этом... серия стримов по игре Сибири, естественно, закончена, потому что закончилась сама игра. Вот, однако, я что подумал? Подумал я, собственно, следующее. Что поскольку, ну да, то есть мне тут вот, я, естественно, этот стрим будет перезагружен на второй канал. Но вы знаете, наверное, я попробую все-таки пооставлять их на основном.
Поставляю я их на основном, но нет, конкретно Сибирь, наверное, уже, хотя, наверное, можно все пооткрывать, у меня же все есть. Вот, посмотрим, посмотрим, может быть, действительно, оставим все на основном. И будем, наверное, придерживаться. Ну, буду, когда-нибудь, да. У нас следующая игра, вроде, на очереди, это этот, наш любимый Тихий Холм. Вот, Тихий Холм. Поиграем в Тихий Холм обязательно. Посмотрим, что как. Вот, тем более, третья часть уже. Вот, и, естественно, всю Сибирь. Ну, сейчас тогда открою. Сейчас открою Сибирь на основном. Вот, и, естественно, что? Ну, я Сибирь догружу на второй, имеется в виду, я догружу и на основном оставлю и открою все ролики. Вот. У меня почти все игровые ролики, на самом деле, есть на основном канале, они просто закрыты, их не видно. Вот то, что мы играли, они все есть. Их можно все открыть, и они будут просто висеть, там просто будет очень много всего. Вот. Ну, Сибирь можно, да. Короче, так, что я хотел сказать, что надо, то я хотел сказать. Собственно, Silent Hill 3 нас ждет. Сейчас в производстве еще ролик. Вот, у нас на этой неделе практики на школы не было. Вот, сейчас будет некий такой спин-офф к этому проекту. То есть я попробую, вот мне как раз подсказали, что очень плохо все с примерами в этих роликах. То есть, несмотря на то, что вы их все хвалите, все, ну, есть люди, которым не понравилось, что как бы очень мало примеров. Типа, надо больше примеров подсказывать, показывать и прочее. Вот я решил, что по ролику, где у меня герой и злодей, я сделаю, ну, некое такое дополнение к этому ролику, и будет, я надеюсь, попонятнее. Особенно в части изменений, как это, ролевой позиции персонажа в сюжете. Вот. Так что такие пироги, дорогие друзья, делаю ролик. Может быть, завтра, кстати, я его и выпущу. Все. Всем спасибо, что были со мной. Небольшой сегодня стрим был, всего 2 часа, но надеюсь, вам понравилось. Оставайтесь на канале Кинофинт, подписывайтесь на мой инстаграм, вот, и в группу ВКонтакте. Все, всем пока и удачи. Увидимся.